Увидели! А? Увидели! Осип Андреевич! Побег не забуду! Первому русскому кораблю сальвируют! Детище Петра, армия и флот, а еще новая азбука и кабинет редкости. И все ли из этого правда, решили поведать в музее редких книг. Доподлинную историю эпохи правления Петра собрали на страницах хранители Центральной библиотеки имени Ядринцева. У нас есть в нашей экспозиции представлены издания из частных коллекций. Например, книга «Многотомник. Три века», которая выходила в 1913 году к 300-летию дома Романовых. И в ней есть, конечно, целая глава, которая рассказывает о царствовании Петра I. За первых российских негациантов-навигаторов, кои товары свои повезут за моря! Война со шведами обратила взор императора на Алтай. Уже тогда люди знали, недра нашей земли богаты медью. Из нее отливали пушки и чеканили монеты. Увидеть медали эпохи Петра, еще деньги, гравюры и народные листки решили студенты Барнаульского юридического института. Их сюда привел профессиональный долг. Как известно, Петр I вообще он основоположник нашей деятельности, да, так скажем, и мы непосредственно относимся к этому, и так как сегодня в данном месте мероприятие, посвященное именно этому человеку, вот мы с группой собрались и пришли сюда. К слову, лучше познать историю империи Петра может каждый желающий. Выставка редких книг продлится до 4 марта. Татьяна Голубева, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.